70 километров за неделю пешком из Киева в Чернигов. Участники акции «Украина шаг за шагом» отправились в поход по древнейшим городам. Таким образом, хотят сделать популярным внутренний туризм. Подробнее расскажет Олеся Гурбик. На Софийской площади активисты из разных регионов Украины. Отсюда они делают первые шаги. Их маршрут пройдет между древнейшими украинскими городами и храмами 11 века. За первый день участники планируют преодолеть 27 километров. Мы хотим побачить таких самых людей. Мы хотим увидеть людей, которые воплощают различные инициативы, поделиться с ними своими, поучиться у них и почувствовать единство. К тому же поход пеший. Так мы сможем увидеть страну. Первая остановка на аллее Небесной Сотни. Здесь участники инициируют создание пространства Майдана. Об идее рассказывают киевлянам. Уже в сентябре будет объявлен международный конкурс проектов национального мемориального комплекса. Уже есть необходимые соответствующие документы и поручения от президента и правительства. Здесь должен быть мемориал памяти героев Небесной Сотни, революции достоинства. Мы видим его комплексным. Это будет и музей, и место памяти, и такое символическое место, куда можно возложить цветы. Также это должен быть большой творческий центр для реализации общественных инициатив. Презентовать свои идеи активисты будут во всех населенных пунктах по дороге с Киева в Чернигов. Останавливаться планируют в Броварах, Семипалках, Козельце и Каличевке. Там проведут встречи с местными жителями. Він пролежить через Бровари, де ми будемо з цікавими ініціативами екологічними спілкуватися. Маршрут проходить через Бровари, где мы будем обсуждать экологические инициативы, через Семипалки. Там строится уникальное экологическое поселение для ветеранов АТО. В Козельце поговорим о развитии местного туризма, в Колчевке о защите прав пациентов на должную медпомощь. Везде различные инициативы, и это только первый поход. В планах организовать походы и в другие города. Так активисты хотят шаг за шагом узнавать Украину, делиться опытом, поддерживать различные проекты. Приглашают присоединяться всех желающих. Олеся Гурбик, Владислав Посудевский, UATV.